Ну а во Франции, которая тоже пострадала от серии кошмарных терактов не так давно, буквально несколько месяцев назад, тоже думают, как бороться с угрозой терроризма. Особые тюремные камеры, специальные юристы, например. Николя Саркози предложил именно такие меры по борьбе с терроризмом. Не исключено, что эта инициатива экс-президента Франции станет одним из ключевых пунктов его предвыборной кампании, если он, конечно, сдержит свое слово и будет участвовать в выборах 2017 года. Саркози раскритиковал нынешнего главу Франции Франсуа Олланда. Он считает, что его политика не защищает французов от террористов. В свою очередь, Саркози предложил создать в стране специальный суд и прокуратуру, которые занимались бы только делами террористов. Кроме того, дополнительно оснастить центры для содержания боевиков. В мире уже есть такая тюрьма. Это скандально известная Гуантанамо на Кубе. Это лагерь для террористов, подозреваемых и осужденных властями США. Тюрьма славится своим бесчеловечным отношением к заключенным. Известно, что задержанных тут пытают самыми изощренными способами. Это все доказано. Есть и видео, и фото. Это имитация утопления и лишения сна, воздействие громкой музыкой. Президент Обама неоднократно пытался закрыть базу Гуантанамо и даже подписывал соответствующие распоряжения, но у тюрьмы есть могущественные защитники. Пока не удалось ему.